Это ты миротворец? Да. Злодейский суперзлодей? Я не суперзлодей, это заблуждение. Я супергерой. Вот Бэтмен, супергерой. Да? А Джо Благодашего Центра у него в саду работает. Кто? Я к тому, что если какой-то пидор подрезает розы, не значит, что ты не можешь. Если ты выдумал человека, то зачем с таким длинным именем? Ах, простите, великодушно, у меня ж дохуя времени придумывать реалистичные фамилии. Гандон ты старый! Привет, пап. Да шел бы ты нахуй. Под этими лживыми либеральными масками скрываются сущности, которые жаждут падения нашей цивилизации. Они живут среди нас. Мало мне внимания, решил до соседа моего докопаться. Он сам до меня докопался, чмошник. Из тюрьмы вышел. Да что ты говоришь? У меня последнее время дела не очень, пап. В больнице почти полгода лежал. Подстрелили. Здание на меня упало. Ты позволил в себя стрелять? Ну, я же его не сам попросил, пап. Ничтожество. Новая лампа? А? Лампа. Новая? Нет, ей уже 3 месяца. Я 4 года сидел. Новее она не стала. Я же просил отключить телефон. Ты забыл, а я плачу. Так это я виноват, что тебя, долбоеба, посадили. Я не об этом. Тогда о чем? Мне нечем за телефон платить. Господи боже, рохля ты ебучая. Ты орлика выгуливал? Да. Где он?